Лена. Так, еще раз всем привет, это Лена. Сегодня в игре Fallout 76 начался новый сезон. Это значит, что надо смотреть новые испытания, проходить новые испытания, надо смотреть новые награды. Давайте этим сейчас займемся. Вроде бы звук у меня более-менее нормальный, поэтому давайте, ну не знаю, попробуем мою персонажку где-нибудь тут положить спать. Пусть отдыхает девочка, а я это положу по... Да, у меня оружие взрывное. Ух ты, следы остаются. А что? Да, сейчас. Ого. Ничего себе. Не знаю. А если в стену? Нормально, более-менее. Виктор говорит, что у него такие настройки графики, что вообще не видно. Сделай хотя бы скриншот. Или лучше. Ну, там была настройка. А. Игра. А у меня они выключены, кстати, надо проверить. Все равно то же самое. Офигеть. Так. Показывать эффекты. Дульных вспышек у меня включено. Показывать эффекты ударов оружия, которая не стреляет взрывчаткой, и запустить свободную камеру. Так, подожди, но может быть это из-за того, что я в мастерской? Может быть мне в обычный мир перейти? Сейчас попробуем. Ну, хотя, кстати, да, вот в обычном мире получше видно. Ага. Но это если в упор в кого-нибудь стрелять, то действительно нифига не видно. А вдаль? Офигеть. Вот я и 120 FPS. Допрыгался. Запиши, пожалуйста, видео. Интересно же. Ладно. То есть я могу взять твою консоль и записать видео. Хорошо, ладно. Такой собственник разрешил свою консоль потрогать. Так. Мне надо, ну что, вот... Кстати, эпическое. Взять журнал. Давайте-ка я вместо вот этой вот дурочки поставлю какую-нибудь другую. Так, а кто у нас журнал это выдает? Насколько я помню. Эх, блин, сидит она тут. Ну, в
Встань. Ходи куда-нибудь. Да, эффект вспышки достаточно серьезно заметен и достаточно мешает просмотру. Хотя, конечно, смотрится красиво, тут не поспоришь. Офигеть. Переборщили они, конечно, немножечко. Вообще нифига не видно. О-о-о, встал. Разбираем. Так, мне надо другого союзника. Где? Пропустила опять. Соединение, изготовление. А вот союзники. Кто торгует журналами? Доктор не торгует случайно журналами? Так, вот этот, по-моему. Любитель Кока-Колы торгует журналами, ведь, да? Превышен бюджет мастерской. Не, что ж такое? Это у меня запасной комп. Так. Значит, где у нас вот этот дядечка? Должен прибежать сейчас. Оружие уже почти сломалось. Так, ну... Где же ты? Ладно. Давайте вот здесь поставим. Да уж. Да этот никак не придет. Союзник. Журнал. Я заменила задание одно на покупку журнала. Забрать журнал. Хотела у него быстро забрать, а его до сих пор нету. Где-то бегает. Эй. Ну приходи, я не смотрю. Hello there. Your reputation precedes you, Vault Dweller. Why, thank you. Так, классная куртка, да. Все хорошо. У меня есть ядерко, держи. Так. Here's my property, but of even more value. I can offer you words of Nuka. Think of it as a sort of. Much obliged. Вполне устраивает. Greetings. Remember, don't hesitate. Так, мне нужны твои услуги. Certainly. Что у тебя есть? Don't look so gloomy, friend. At least you don't look like a prune. Блин, у него нету журнала. Дурацкий напарник, надо убирать. Как, у какого же союзника есть? Вот точно у девочки были. Может, правила поменялись?
Вот она. Мне нужна твоя помощь. Пришлось покупать у нее журнал. Место опасное для маленькой девочки, но ну, её нафиг. Посажу тут лучше обратно. Так, давайте разберем головной убор. Вообще дерики поделаем для разнообразия. Одежда, костюм, бандана. Скоро опять будет событие, их довольно-таки много. Да, кстати, забыла сказать, вчера прошли стоп. А нового почему нет? Нового нету, что ли? Обидно. Это вот, конечно. Ну, в общем, короче, я вчера научилась делать диван из барамина. Так. А может, и не научилась. Стоп, я вроде вчера... А, из гуля? Это ты диван из барамина? Перепутала, да. Значит, я научилась делать... Кресло из гуля. Редкостная пакость, но сейчас покажу. Кому захочется в таком посидеть? Ладно. Обалденный стульчик. Так, мне надо убить 10 кровавых орлов, взломать один терминал. Бить светящееся существо. Давайте сначала сделаю все дерики, заодно посмотрю, как будет у меня взрывные эффекты работать. Будут. Здесь вот обычно целая куча светяшек должна быть. Если их еще никто не убил. Не, ну в принципе, если я попадаю по краю шахтера, то нормально. Удар уходит как бы за него. Не особо светится. А вот если промажешь, то да, действительно, все будет. Нанести критический урон врагу с помощью револьвера. Да, кстати, вот я тормоз. Так, значит, давайте-ка в игровом поле пройдем. Зайдем сюда. Сразу возьмем это и это. Я поскромничала. Давай. Зачем? Давай. Я сейчас поставлю палаточку. Виктор говорит, что хлам набрал.
Это тут ставилось. О, сталь надо сделать быстренько, пока я тут. Или у тебя там будет сталь? В разобранном? Да. Ух ты, спасибо. А где ты столько набрал? А я, наверное, могу этот открыть знамя. Да, сейчас. Так. Побежал убивать кровавых орлов. Как же без них-то вот. На мой любимый прицел пойду. Они там такие миленькие, что-то играют. Если честно, меня напрягает то, что нам постоянно дают какие-то журналы. Которые не засчитываются ни в одних испытаниях. И уже теперь, чтобы что-то найти. Зато мне кажется, взрывное оружие стало вроде получше стрелять. Это, конечно, мелкие враги, но иногда даже их не с первого удара убиваешь. Так, дальше. Где тут они еще есть? Вот здесь вот. Чё, всё? Виктор, а у тебя нет желания еще раз 4 сходить в ежедневную операцию? Ну, я хочу повысить свои шансы забрать... так, о, кто-то где говорит. Где же ты? Подо мной, что ли? Something's close. Да ж. Значков нету. Почему значка нету? Вот он ходит передо мной, а значка на это не было. Уже второй баг нашла дурацкий. А третий получается, да? Первое слишком яркое взрывное оружие, второе нету надписи, нету новых предметов, а третье... Реально нету врагов на индикаторе. Так, что у меня осталось? Взломать терминал. Пойду сразу в гарантированное место. Так, кстати, надо саму себя послушать, как там звук. Нормально вроде все, слава богу.
Ой, как я люблю туман. Почему я так люблю туман? Вообще, а, вот, появились какие-то разбегающиеся враги у меня тут. Хорошо. Так, ну дельки я сделала. Я же не дельки. Тарей четвертый. Блин, Виктор, как ты так, а? Виктор говорит, у него девятый уже. Не, у меня вот, ну, нормально, по-божески вспышка работает. Терпеть можно. Ну что, меняйте персонажку. Да. Мне надо какое-то решение вообще на самом деле принять. Буду я проходить на ПК или нет полностью гонку? Мне кажется, не так уж это и сложно. Да. Ну, надеюсь, мне хватит. Ну, не хватит, так не хватит. По крайней мере, попробую. Так. Пойду. Пойду сразу. Не буду вас ждать. Но сильно не задерживайтесь. Я пришла самая-самая слабенькая персонажка. Я до сих пор в этой локации не очень хорошо помню, где тут чего. Забыла совсем, что персонаж другая. Ай! Сдаюсь. Я просто маленькая. Сейчас гляну, сколько у нее знамен. Или это расточительство.
Так, знамя скаута. У него есть одно. Не буду открывать. Жалко. Кого-то поймала. Got intel on the next code carrier. Should be far. Move quick and quiet. Eliminate the target. Another code acquired. Use it to knock out an interceptor. Proceed with caution. Так, что у нас здесь? Это очень далеко уже ушла от следующей точки активации. Я чувствую, заблудилась уже. Ах ты гад. Цапнул, да. Этот, как его зовут? Членостоногий-то как? Сверчок, да. Гнус и Виктор. Да блин, да, они еще где-то вообще непонятно где. Ну, время, в принципе, полно просто. Спасибо. Бегу. Закрутилась немножко. Редкая награда. Крестим пальцы. Да, ковбойская шляпа. Прикольно. Хоть что-то начали давать редкое. А блин, этих повторов уже начали вымораживать. А хочешь, сходим с твоей второй персонажкой, Виктор? Еще раз сходите в операцию. А, хорошо. Ящик для разборки, ящик для хранения припасов, спальный мешок, пункт приготовления пищи. Что это за? Я такого вот не видела.
хороший такой наборчик. Я сейчас приду. Через минутку. Ой, какое счастье! Это первый раз у меня такое. Телепортнулась и прямо в кам. Не упала. Тебе уже не нужна крылья ядер кола? Ядер апельсин. Нету. Зато клюквенных целых 3. То есть, а там 5 участников. ТДБ. Пишет Михаил. Доброе утро. Привет. Эх, блин, мы в одинаковых платьях. Ты забрал. А, хотя нет, в разных. Я же в другой персонаж пришла. Ладно, тогда можно. Это мелок. О, полечилась хотя бы так. Ой-ой! Вы там справляетесь, блин, техника уже все. Разведчик тоже. Да блин, а вот и я. Упала и... Нет. Свалилась и тут все равно. Что-то тут слишком много невест. Хорошо, что я не в этом. Так, развить. Вылечен был единственный более-менее. Стрелка подлечила. Давай. Стрелок что-то плохо у меня лечится. И вообще у меня что-то персонажка еле ходит. Я не знаю, но я, наверное, открою этот. Да ладно. Я сейчас опять помру. Застряли.
фигня сейчас взорвется, да? Ой, нифига себе, у меня радиация. Ну, вроде пережили. Это было сложно. Так. Чё, пойду? Сдавать легендарки, что ли? Да и вообще... Да, если честно, не знаю. Хочу, сейчас приду. Дай мне только секунду тогда. Так, игровое поле. Мне тогда... Так, я к тебе, да? Я боевой робот там, да? Сейчас тогда придется все еженедельки делать. Я еще не в событии. Вот, подключаюсь. Спасибо. Идеально, да. Что, посмотрим, что нам там приготовили хорошего. Две паяльных лампы, зажигалки, две военные электросхемы, карта сокровищ дикого рубежа. Если честно, мне кажется, это какой-то неравноценный обмен. Учитывая, что пришлось завалить аж целых 3 здоровых робота. Ну не ладно, ну не 3, но одного-то точно здорового. Успеть вот это вот все нажать, и взамен тебе дают немного хлама. Это как-то не то. Так, ладно, раз уж начала, надо, наверное, тогда и третье событие доделать. Плодородную почву пойду сделаю. Хорошая забышка. Убить наблюдателей за фермами. Один есть. Зажимной эффект, конечно, красиво работает, особенно ночью. Если в воду. Как раз. Так, эти косточки не шум. Так, у тебя все задания и события выполнены, да? Прочная кожаная броня. Так, пойду я сам беру ядер колу любых вкусов. Ой, кстати, надо на ящик посходить посмотреть. Может, сходить что-нибудь туда скинуть? Так, где он тут у нас? Могли бы для него специальный телепорт сделать. А ладно, что-то я уже совсем оборзела. Два шага лень идти.
А ты куда? Вдруг опять что-нибудь не засчитается? Может, не надо? Так. О! Уже поскидывали, да, есть тут немножечко всего. Так, ну что я могу тут скинуть? Вот гранаток. Гранаток. Это все высокоуровневое, не пойдет. Кстати, странно. Я нет, не буду, страшно. Так, с формы. Никаких дублей нету, ничего нету. Да по шерифу можно. Блин, нельзя скинуть. Ладно, тогда, значит, что тут? Помощь скаута. Мне кажется, еще есть инертный флюс с собой. Сопротивляемость болезни и радиация повышенная. Так. Лихотаты. Радекс. А вот это вот вообще нет никакого описания. Ух ты! Не, ничего у нее и нету, как выяснилось, почти. Так, боеприпасы. Хоть что-то скинула, уже хорошо. Прикольно. Он, кстати, стал выглядеть по-другому. Не так, как на ПТС выглядел. Да. Он был подлиннее, побольше такой. Заметный знак стоп поставили. Надеюсь, люди его заметят. Так. А буду на ПК сегодня играть, надо будет не забыть к нему сходить. Может, что будет? Да. Я хочу попробовать пройти делики вторым уровнем. Думаешь? Ну, в принципе... Попробовать-то можно. Сколько-нибудь да смогу, наверняка. А, все? Так, создать что-нибудь в мастерской или камп.
тебя хочу заменить. Так, я беру апельсин, один тебе купить, да? Блин, уже поздно. А сколько надо? Ты уже выпил? Да, ну тогда себе бы я взяла. Вот выпью на всякий случай. Да, у меня сейчас тут... Так, какой бы мне персонажечкой походить и пострелять из револьвера? Наверное, вот этой. Да. Если честно, я еще вообще награды даже не смотрела сезона. Я так помню с ПТС и с этого, но мало ли, может, что изменилось. И сильно. Ну, давай, Виктор, сравним. Какой у тебя уровень? У меня 7-й. А у тебя 13-й. Я, в общем-то, и не сомневалась ни минуты. Ну что, потом тебя обгоню. Так. У меня где-то... Да нет, вроде к тебе шла. Так, а вот это считается револьвер или нет? Нанести критический удар по врагу. Блин, убила. Ничего себе! Это я удачно взяла. Стоп, подождите, а почему так? Посредник. Короче, у меня за один выстрел 2 удара по врагу наносится. Точно? Да, но 2. Как будто это двойное оружие, а это вроде не двойное. Посредник нету тут такого. Снаряды. Плюс один снаряд. О, прикольно. Интересный лайфхак. А, я не в твоей команде. Ну, что-то как сложно там. Блин, меня увидели. Нет. Блин, а сейчас почему-то только один засчитался. Так. Прийти к тебе помогать? Мне так предлагала система. Сказала, идите, помогите Виктору. Блин, прикольно, вот этот вот. Вот это вот я, кстати, не знала тоже. Голова какая бронебойная. Нет. Да хватит меня грызть. Так, а есть еще какое-нибудь у меня двойное оружие?
А, блин, здесь же надо с помощью именно пистолета. Мне кажется, это идеальный вариант. Так, ну все, поговорим по-взрослому. Вот так. Здесь, кстати, работают значки. А здесь не работают. Короче, как-то я теперь им больше не так доверяю, как раньше. У тебя работают нормальные значки врагов? Ну вот они вот только что вот у меня были, а сейчас опять пропали. Хотя враг, вот он стоял. Виктор 14 уровень. Он передает всем привет и говорит, что он молодец. Так, ну что? Я хочу что-нибудь заменить из этого. Вот это, наверное, заменю. У меня с прошлого сезона осталось аж 3 премиальных заменителя. Да. Ладно, пусть остается один. Да. Ладно, пойду быстренько сгоняю, может... Или все заканчиваем. Я очень хочу посмотреть хотя бы, что там в гонке вообще-то. Да, я не видела. Да, но только сейчас уж, ладно. Вот, и на самогонный след пошел. Там много народу. Приятный домик. Ладно, помогать. 5 человек всего у вас там. Наконец-то мои первые атомы в этой гоночке. Так, теплицы самые защищенные, да? Excuse me,
стоят. Где сюда? Так, а чё не относит яд-то? Так. Is there any reason why you're not protecting the still? Пойду скидывать хлам. Что я только 501 могу переносить. Задумался, такой стоит. У нас событие закончится. Дополнительно до сих пор висит. Нравится мне, конечно, как у меня работает теперь взрывной эффект. Ну, красиво, аккуратно, видно, но не особо. Не знаю. Кстати, а вот если его действительно включить, как это будет у меня?
Ну. Завершилось. Ура! Так, и что нам дали? Острая дубинка, заглота, блок, и все получается. Ну ладно. Так, ладно. Забираем все. Ну, яд кислотного заглота. Ага, сейчас я тут разберусь с этим совсем. Разобрать хлам, чтобы получить. И кости разобрала, прикольно. Сейчас, пока не забыла, отправлю все. Одиннадцатый уровень. Ну что, я на этом заканчиваю. Спасибо, что смотрели, и пока-пока.